Hola, muito bom dia a todos, senhores и сеньоры. Меня зовут Лариса, я кандидат филологических наук, а это видео 18 урок из нашего с вами курса португальского языка для начинающих. Сегодня у нас проверочный тест на грамматику. Это задание только для самых внимательных учеников, как вы. Уверена, что вы справитесь с ним на отлично. Что именно вам нужно делать? Сядьте поудобней, возьмите бумагу и ручку. В тесте 25 заданий. Буква с правильным вариантом всегда одна. Ее вам и нужно будет выписать на листик. Удачи! У вас все получится! Особенные конференции. Некоторые старые темы. Ученые не совершают ошибок. Вы экономист, да? Она кушает только белое мясо. Мой брат говорит по-португальски. Мой дедушка и моя бабушка уже не работают. Сын моей подруги парикмахер, а дочь студентка. Мария покупает несколько лимонов. Молодые спортсмены. Мне 30 лет.
несколько свободных таксистов. У него голубые глаза. Я открываю очень интересную книгу. Он трудолюбивый, а она лентяйка. Риэлторы продают квартиры. Работа нелегкая. Машины красные? Нет, зеленые. Мой дядя очень веселый. Ты пишешь отчет? Да, пишу. У нее 55 друзей. У нас нет трудных заданий. Завтра у меня вечеринка. В понедельник я учу английский.
У моего кота все еще нет имени. Готово. Ответы я скажу на следующем занятии. Да, сложно, но что ж поделаешь. Мы должны быть максимально объективными в оценке знаний. До встречи. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Люблю, целую и обнимаю. Буду очень рада вас видеть на моих индивидуальных занятиях. Детали на сайте нашей школы иностранных языков Slang School. Ссылочка внизу. Obrigadissima pela atenção.